Мне нужна мужская профессия, серьезная и опасная. Но теперь я точно знаю, кем буду. Знаменитым Блейдером. Привет, бро! Сидится на месте. Делай уроки и мне не мешай. Тебе легко говорить. Делай уроки. У тебя потому что ерунда первоклашечная, а у меня настоящая сложная домашка. Ну и что же у тебя там такого сложного? Сочинение надо написать, кем я хочу стать. Ну так пиши, что тут сложного? Как что сложного? Как я, второклассник, могу знать, какая профессия через 10 лет будет экономически рентабельна? Какая? То есть выгодная. А, ну тогда понятно. В любое время выгодная профессия – парикмахер. Еще почему? Потому что волосы все время растут. Вот смотри. Я не уверен. Ну давай. Что это? Это что за прическа такая? Да я буду жаловаться. Да вы будете уволены. Не очень получилось. Нет, Маша, нет, не сбивай меня с толку. Какой еще парикмахер? Я буду. Певцом! Крылатые качели летят. Мне нужна мужская профессия, серьезная и опасная. А ты какую-то девчачью ерунду предлагаешь? Ах, опасная? Тогда пиши. Я хочу быть дрессировщиком. Алле-оп. Маша, я понимаю, что это опасная профессия. Но я представляю свое будущее по-другому. Я не хочу, чтобы меня на рабочем месте сожрали. Ой, какой же ты занудный! И то тебе не так, и то тебе не так! Прямо барышня кисельная! А что такое кисельная барышня? В платьях дорогих ходит! Маша, отстань уже! Ты мне все сочинение испортила! Как я могу все испортить, если ты еще ничего не написал? Ох, какое сложное задание для второго класса. Дети, учите уроки, но вы молодцы. Тима, тебе посылочка пришла. Распакуешь, расскажешь. Что это такое? Это же Ice Dragon. Но теперь я точно знаю, кем буду. Знаменитым Блейдером. Привет, бро! Здорово, друзья! Теперь я стану профессиональным блейдером! Ой, и все, мы его потеряли! Тима, очнись, Бейблейд это мультик! Нет такой профессии, блейдер! Мультик? Тогда я буду создавать мультфильмы! Ребята, о какой профессии вы мечтаете? Напишите в комментариях. Если хотите продолжение этого видео, ставьте лайки.
Подписывайтесь на канал Тим Витыч и Маша. Пока!